Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре пневматические пули «Торнадо Магнум» калибром 4,5 мм, весом 0,58 грамма. В одной упаковке содержится 100 штук. Головка пули выполнена из свинца и имеет заостренную форму для лучшей пробивной способности. Юбка пули изготовлена из пластика. Таким образом, пуля обладает смещенным вперед центром тяжести, что обеспечивает лучшую кучность при стрельбе. Длина пули составляет 8,7 мм. Приобрести пули можно на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».